Неприятной историей было омрачено празднование Дня Победы. 10 мая на мемориальном комплексе «Долина славы» были замечены двое мужчин, которые собирали цветы с могил. Увидев свидетелей, молодые люди удалились, а представители общественной организации, ставшие очевидцами происшествия, своими силами разложили цветы у мемориала. По данному факту проводится проверка. Когда мы спросили, что вы здесь делаете, на каком основании вы собираете эти цветы, кто вам такое указание дал, сначала пошло это вранье, что якобы директор музея дал указание собрать цветы. Мы задаем следующий вопрос: а для чего музею эти цветы? Они замолчали, они крутились, начали выворачиваться, и наша представитель клуба инвалидов подошла, засняла машину, номера, и их мы сфотографировали.